Всем привет! Сегодня решил открыть новые местечки, поискать. Вот иду к реке. Река не пойми где. Как до нее дойти, хрен его знает. Это там река. Луга. Река Луга. Хочу сегодня попробовать. О, река, вот я вижу. На микроджик. Микроджик. Что из этого получится? Фиг его знает. Такая речка. Не знаю, как плыть. Попробую новый спиннинг. Некстино. Это мой крафт. Сейчас я думаю оторву пару джинголовок, еще что-нибудь поедам мой. Ничего себе, прям здесь. Прикольно.
Вот такие дебри приходится преодолевать. Зато не ступала ни одна нога человека. Главное, по бровую яму не упасть. А то будет во весело. Какая щучка на ультралайт. Как она еще не перекусила мне тут все. Охренеть. Это да. Это повезло. Next Dino. Ультралайт. Повезло мне. Жалко, видео не заснял. Юшки-матрешки, блин. Thank you.
подведем итог рыбалки двух, наверное, трехчасовой. Попробовал ультралайт. Мне очень понравилось. Может быть, из-за того, что речка не запрессингованная, поэтому я что-то поймал. А может, просто клёв сегодня хороший. Погода, я бы сказал, такая, так себе. Какашка. Там у нас щучка, куча окуней. Был обрыв щучки. Хороший окунь. Два хороших окуня не дотащил. Один так, наверное, грамм 500 точно. Вот. Палочка сегодня была у меня. Majorcraft Nextino. Для 8 грамм. Ну, на джиг головки 7-5 грамм ловил. Катушечка Кардив. 2000-е, по-моему. СС. В общем, как-то так. Завтра поеду за головлем. Надеюсь, повезет. Так что вот. Всем удачи.